I'm okay. I'm feeling good. You know, after a victory, it's your body, I think, recover better. Just try to rest, you know, stay focused on the last game and one more. Походили, отдавали. Было приятно смотреть на нас, как мы были готовы. И говорить, осталось еще одна игра. Да, момент был такой, что там что-то со свистком каким-то непонятным был. Там момент такой, надо разбирать поближе. Ну, с моей стороны казалось, что там деление ответит тренеру. И, наверное, в грубой форме и тренер начал говорить судьям, что вроде бы смотрите, что за дела, что за разговоры, мы вообще и баскетбол играем или бранью обмениваемся. Так что просто хотел поддержать тренера и как-то, ну, отвести его, не дай бог, технического. Так что все получилось хорошо, мы выиграли, и все слабо. Всем нашим болельщикам, что приехали за нас поболеть, и всем тем, кто смотрел нас по телевизору, спасибо вам большое. Первый шаг сделан, готовиться к следующему. Сейчас будет определяться наш соперник. Надеюсь, вы нас также будете поддерживать и в следующем матче. There is no way you can lose game when you're such determined and such decisive, no matter who is going to be the opponent. So congratulations, but we know why we're here, all right? What are you saying? One more, guys. One more. Congratulations. Москва! ЦСКА!